страшно за вас. Вы пишете, что обеспечили себя и своих детей так надежно, что можете теперь жить совершенно беззаботно. Похоже, что ваша беззаботность изгнала из вашей души страх Божий. Чем вы обеспечены? Деньгами? Разве не слышите, как лопаются банки в один миг, делают миллионеров нищими или еще хуже – самоубийцами? Разве не читали вы о многочисленных землетрясениях, за минуту превращающих целые города в развалины? Вы купили сады и поля? Разве забыли вы о недавних засухах, наводнениях и тучах саранчи? Если бы вы читали Евангелие, то разумели бы слова Христовы: обольщение богатства. Я удивлен, что именно в эти дни, когда гнев Божий сокрушает всякий щит человеческий, которым люди хотят защитить себя вне веры в Него Всесильного, вы считаете себя защищенным таким ничтожным щитом, как богатство и кусок земли. Вы напоминаете мне китайцев, которые во время войны с японцами раскрывали над головой зонтики, чтобы защититься от неприятельских пуль. Рядом с вашей ненаказуемой беззаботностью из-за богатства, что есть мерзость перед Господом, предполагаю другое зло, а именно, что богатство ваше нажито неправедно. А это значит, есть червивый хлеб. И себя, и детей отравите. Послушайте, что говорит святитель Иоанн Златоуст. Кто неправедно обогащается, хуже нищих, лучше просить милостыню, чем красть. Библейская повесть о праведном Иове свидетельствует о том, как праведный человек может в один день потерять земное богатство. Что уж говорить о неправедном. В один день потерял Иов все свое имение, а потом сыновей и дочерей. Затем лишился здоровья и сидел, как нищий на гноище своем. Разве вы не боитесь, что с вами может произойти подобное? В своей нищете и болезни благочестивый Иов хранил свою душу от отчаяния крепкой верой в Бога. А вы чем душу сохраните? Что сможет удержать вас от самоубийства, то есть от того, чтобы к материальной гибели не прибавилась гибель душевная? В Священном Писании сказано: «Любяй же неправду, ненавидит свою душу». В уединении, в тихие ночные часы поговорите со своей совестью. Спросите себя, что любите вы более, неправду или душу свою? Поспешите в Бога богатеть, по слову Спасителя. А богатеть в Бога значит богатеть тем богатством, которое Богу угодно и которое никогда не оставит человека. Это богатство веры и твердое упование на Бога, богатство милосердия и сострадания, истины и братолюбия. Этим щитом защитите вы свою жизнь и жизнь своих детей надежнее,
чем всеми богатствами мира. Господь да просветит и благословит вас.